Радио Владивосток. With you DJ Diva from the East. Руслана. Про первый полет на Луну.
just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим. Ваши гешефты, ваши чиксы, ваш гелд, ваши тачки. Все, так оп, стоп, мать ваша. Motherfucking take over. Это не просто игра. Пока не поздно, как уличный пес. Ты чуешь носом красноперы, сели на хвост. По сводкам МВД особо опасный преступник. Мобильник отвечает, что абонент недоступен. Пока тебя не порешат, тебе надо решать. В России делать больше нечего, надо бежать. Будь осторожен сейчас, не маякуй корешам. Нет веры никому, но может быть есть еще шанс. Ты чуял западню, ты знал, что пакуют ребят. Пакуй манатки, брат, не то упакуют тебя. Легавые вышли на охоту, по пятам идут. И нужен факт, чтобы не приняли, и там и тут. Ты встретишь завтрашнее утро вдали от МКАДа. Беги, ты знаешь, что пудово, что валить надо. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian boy, дядя Сэм, ну держи. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, Тузы не Москва. Чи не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целому. Камерка не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, Тузы не Москва. Чи не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целому. Свободный город, под свободным небом. Это город хлебный. Они узнают, на что ты готов за доллар русский. И почему рулетку смерти называют русской. Russian boy готов играть за American dream. Немерен экшен, по-любому немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще помножим на спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. И если заварили, то крутая будет каша. И скоро будет наш. Будет наше. И станут ли тебя любить или ненавидеть. Ты русский парень, не прижмешь на тюле Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian boy, дядя Сэм, ну держи. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, Тузы не Москва. Чи не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целому. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, Тузы не Москва. Чи не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целому. Камерка не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, Тузы не Москва. Чи не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целому. Камерка не тут. I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Все будет четко, надо лишь остаться целому. No. Is there something wrong with me? It's my weight, isn't it? No, you're great. Just the way you are. Erectile dysfunction is more common than you think, especially due to the fatigue and alcohol abuse that often accompanies taking home a large, needy girl from the bar late at night. That's why there's Mollus. Don't let your penis let you down. Mollus overrides the dignity and disgust that often result from a sexual encounter with a desperate girl, so you can have the confidence and stamina to make an impression that lasts. Wow, that was incredible. Can I see you tomorrow? Yeah, listen, could you use the back door so my friends don't see you? Asshole! Ask your bartender about Mollus, or order online from any number of disreputable Mexican pharmacists. Mollus is Vesuvius citrate and should be taken with alcohol. Mollus, respect be damned. Hey, everybody, you're listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West.
which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the Earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. One day we'll run this country. Self-destruct system activated. В один прекрасный день. И эта страна будет наша. Вы слушаете радио Владивосток FM. Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно, может, рано опоздать или бежать за тобой. А тебе все мысли, а тебе все слезы. Ты захочешь обо мне сейчас забыть, мне будет плохо одной. Все же невозможно так отчаянно любить, но я хочу быть с тобой. А тебе все мысли, а тебе все слезы. Для тебя все песни до последнего дня. Может быть, не поздно, может быть, не вместе, может быть, может быть. А тебе to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Weasel News. Weasel News, where the double homicide of the day is always brought to you by the horn. Bring out the beast. A drug scandal in the finance industry today. The entire trading desk of top investment bank Schlumberger and Sachs tested positive in random drug tests last week. Experts say that the stockbrokers and hedge funders are especially prone to addiction, as they are soulless, boring dorks who should get out more. In the Exchange District, Mike Whiteley, Weasel News. In tech news, at first glance you would think residents of Liberty City are praying, but what they're really praying to is the bittersweet email device. The handheld device that delivers emails instantly recently topped 30 million units sold as America heads into a future of never being away from work and never paying attention to their spouses. Some wives report that bittersweet users are constantly sending email, even during cunnilingus. Calista Brown, Weasel News. This is Weasel News. Music from the homeland! Ah, ah, love you, Mother Russia! Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
мама, за то, что вырос рано, за то, что боль причинял за раной рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат. Моя жизнь, мама, как черно-белое кино. Все вроде бы неплохо, но всегда есть одно но. Понять нелегко, почему все именно так и не иначе. Что это значит, пожелай мне удачи, мама. Меня зовет дорога, ты слезы прячешь, мама. Меня не будет долго, я знаю, знаешь, мама. Я знаю, веришь, мама. Ты верила и веришь в меня, и это немало. И когда сбивала судьба меня с ног, сквозь боль и отчаяние слышал голос: вставай, сынок. Эту балладу я посвящаю всем матерям, что свою любовь дарят нам. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Самые трудные минуты моей жизни, когда смерть подходила очень близко. Звезды искрами падали с неба, и мысли о тебе, мама, как лучик света. В поисках ответа, в поисках пути, я собираю все силы и продолжаю идти. За все прости меня, мама, я был во многом виноват, но все осталось в прошлом, время не вернуть назад. Пытаюсь встать с колен, немного приподняться, но что-то мне мешает от земли оторваться. Молюсь, дай мне сил, Боже, понять, что меня тревожит, кто мне поможет. Быть может, Боже, моя вера слаба, но где бы я ни был, я помню эти слова. Прости за то, что я тебе их редко говорю. Мама, я тебя люблю. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо! Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах эмали. Твоя свобода — глоток воды за возможность дышать, просить прощения. Кожа розгами спущенная со спины до ноготы, сердцебиение. Свобода связанных скотчем рук, свобода испытывать к себе жалость, черной обиды, проглоченный вопля звук, гниющая молодость и ярость. Свобода быть мертвым без всяких причин, лязгая гильзы отстрелянного патрона, свобода, ставшая бороздой морщин, согнутая глубиной поклона. Кричал я свободен, не понимая глупости слов. Я видел тебя и тех уродин с торчащими остриями сосков. Я слышу безличие, мертвенный запах, оно с ноги на ногу толпами мнется. Чудовище рабства с дерьмом на лапах, свиньей фарфоровой разобьется. Когда хоть кто-то, пусть даже один, устанет от скованной души боли, свобода, скрученная в серпантин, вытянется струною воли. И пусть это будет всего лишь шаг выпрямленного гордостью тела, ненависть, скомканная в кулак, к себе самому, без предела.
Feet and The Whip Fool You. We take radio very seriously here. To pay for free condoms in schools. He's against abstinence and pro-underage sex. In 1968, John Hunter didn't go to Vietnam when his country needed him. But now, John Hunter sure likes to go to Vietnam and Cambodia on single men bachelor trips. He campaigned against repealing the amendments to our Constitution that prevent the president from tracking terrorists. Michael Graves changes his mind more often than he changes his underwear, which is strange for a man rumored to be incontinent. Tell Michael Graves to get his hand out of your pocket and off your children's ass. Vote John Hunter for governor. It's just like home. Just like home. The women take advantage of you. And the police spy on you. Vladivostok FM. Hey, go ahead. Руслана here. Your DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only
only one foot. Ням-ням-ням. Ты спишь, наверное, мне интересно, с кем. Я знаю правду и не скажу, зачем. And we are getting sentimental for home. I miss carpeta and borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send greets to my mom and village. Стоп, машин, спокойно я приехала без руля. И в голове с помехами я иду домой. Шаг, 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 опять попала в темное третий раз. Обманута по полной. Прощу, и едет голова.
шикиш войны. А ты говори, раз, два, три, прекрасные, прекрасные свиньи. Дай свой дай, шики, шики, швайны. Прекрасные, прекрасные свиньи, раз, два, три. Ein, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Раз, два, три, прекрасные, прекрасные свиньи. Ein, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Oh, oh. Ein, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Ein, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. To be fat and afraid. А что это за парень, о котором трески шорох? Вышел в ринг, готовый растереть любого в пыль и порох. Все говорят, он молод, его кулак молод. На то и сколот, он давно для драки ищет повод. Там будет страху, на бойцов парнишка свой в рубаху бьет маху, пух и прах, те, кто метит ниже паху. Он выше ростом и весит бодрых 90. И с ног его ребята сбить запросто непрост. Размах хлесткий, удар жесткий. Так тоже он, что там еще за новый чемпион? Предморожен, тот, о котором все вдруг говорят вокруг. Выйти в ринг и показать, что он точно крут. С виду борс, значит тот еще у парня ворс. Разведка джебом в корпус, сразу виден стиль и форс. Не знает лишних движений, он без сомнений гений. Быстрее тени достает до солнышка. Сила, бойцовая шальная жила, бьется бей круг, вдруг хук, острый будто шила. Газеты пишут, зол и агрессивен, примитивен. Однако интерес у парня вполне спортивен. Не для забавы ради, не ради миллионов. Парнишка безымянный вырубает чемпионов. Он тот, кто из года в год жал свой пост, чтобы взять джекпот. И вот он сейчас проводит апперкот. But we learn a lot from American radio. Commercials are the most important. What do you use your FLEESA card for? I use my FLEESA card to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one. From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes FLEESA. FLEESA, it's time to start paying. Для восточных европейцев Liberty City. Владивосток FM. Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей. Так издеваться нельзя, и я начну скоро выть. А ты не слышишь меня и продолжаешь ходить. Я ничего не хочу, хочу лишь только тебя. Моя гитара в пыли, три месяца и три дня. Я потеряю причину, вся тебя никуда. И если хочешь, кричи. Раздеваться нету смысла. Все случится очень быстро. Все, все.
белье, по квартире моей, ты ходишь в нижнем 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 белье, по квартире моей. Call here. Ukraine is much warmer. The bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Легли на дно,
зажгли огни. Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию. Горят огни, сверкают звезды. Все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. Отогни свою линию, гни свою линию, гни свою линию. Горят огни. Для Восточной Европы. Are you crazy? Сейчас в Liberty City.